Tchau. Приветствую Да-да. Тема сложная и да. интересная. Да-да-да, безусловно. Внимание, проблема. Средняя, вот эта вот, где вот, лампа. События 1917 года. Время переломное в нашей российской истории. Одна из дискуссионных тем, которая и сейчас продолжает обсуждаться историками, это вопрос о том, что произошло в 17 году. Одна революция или две? Дело в том, что в советское время, в советской историографии, исторической науке, было принято разделять события 17 года на как бы две части, две революции. Первая революция, согласно этой точке зрения, произошла в феврале семнадцатого года и она называлась буржуазно-демократическая. А вот вторая революция, согласно, опять же, этой точки зрения, она произошла в октябре семнадцатого года и носила название Великой Октябрьской социалистической революции. Именно ее социалистический характер отделял ее от февраля, от событий февраля семнадцатого года. И здесь мы действительно видим, наверное, самые радикальные, самые решительные перемены и отмену частной собственности, и ликвидацию классов, сословий, и введение советской власти. Но возникает вопрос, неужели сами современники, сами участники тогдашних событий тоже разделяли февраль и октябрь? И здесь, может быть, более правильно, более объективно говорить об этапах одной революции как это имеет место, например, к характеристике Великой Французской революции, которая тоже делится на несколько этапов. И вот эта точка зрения, она утвердилась последние несколько лет, и в ряде работ российских ученых появился термин ⁇ Великая Российская революция ⁇ есть неоднократные достаточно достоверные свидетельства о том, что такое словосочетание, а именно "великая российская революция", употреблялось и в те годы тоже, то есть участниками событий -го года Гражданской войны и событий уже последующих десятилетий. Возвращаясь к февралю 2017 года, конечно, нужно обратить внимание на оценку событий Первой мировой войны. Потому что война была тем самым спусковым крючком, детонатором тех революционных событий, которые произошли в России в 2017 году. Оценивая февраль, мы прежде всего должны понять события февраля, что это такое. Верхушечный заговор, переворот дворцовый заговор генералов Камарильи против Николая II с целью замены его каким-то другим человеком на престоле, или все-таки это события, связанные с объективными, субъективными предпосылками. И большинство историков склоняются все-таки, что февраль ни в коем случае не нужно рассматривать как заговор каких-то темных сил. Кризис был в стране довольно глубокий. Кризис был обусловлен и экономическими проблемами, перебоями с продовольственным снабжением. Кризис был связан с недоверием, ярко выраженным недоверием со стороны большинства политических партий в отношении царского правительства и самого Николая II. Связано это было в частности с фигурой Григория Распутина. И, конечно, наверное, самый существенный фактор это то, что массы... Уже были подготовлены к подобного рода революционным событиям, опираясь на опыт, в частности, первой русской революции 1905-1907 годов. И опять же, историки разбирают э, эти проблемы, эти точки зрения, насколько Россия была подготовлена к социалистической революции, насколько объективно подготовлен был Октябрь 17 года. Может быть, это тоже некий заговор. И опять же, мы должны сказать, что такая точка зрения она э, существенно ограничена. Мы должны рассматривать революцию и революционные события октября 2017 года как логическое продолжение, завершение событий февраля 2017 года. Февраль и октябрь очень тесно связаны между собой. Ну а в промежутке между этими двумя датами, что же происходило? Хронология 2017 года одна из ключевых тем в нашей отечественной историографии это прежде всего апрельский кризис 2017 года, возвращение Ленина в Россию и первый кризис временного правительства, связанный с отставкой Милюкова и Гучкова. Следующий этап безусловно, это июнь 17 года, июль 2017 года неудавшееся наступление на фронте, провал последнего наступления русской армии и совпавшие с этим провалом события в Петрограде семнадцатого года в начале июля, когда тысячные, многотысячные демонстрации вооруженных солдат, рабочих, матросов предприняли попытку первого, может быть, такого вот явочного захвата власти, передачи власти Советам. Июльский кризис, как известно, завершился поражением революционных сил – и следующий этап русской революции – это, безусловно, Корниловщина. Выступление генерала Корнилова в конце августа 2017 года. Последние два месяца истории Временного правительства – это попытки наладить некий общий социалистический блок, опираясь на который Керенский надеется на то, что теперь уж ему точно удастся довести страну до учительного собрания. Но его надежды заканчиваются крахом. И последняя финальная веха 17-го года это 25-26 октября 17-го года. Штурм Зимнего дворца, Второй Всероссийский съезд Советов, приход к власти большевиков, коалиции с левыми эсерами и установление уже рабоче крестьянского правительства. Большой интерес вызывает прежде всего политика Временного правительства. Керенский, как глава кабинета, ставший, возглавивший Временное правительство после июльских событий 2017 года, пытался как раз сманеврировать, славировать между двумя альтернативами, либо сдвиг лево, либо сдвиг право, и пытался создать некую демократическую альтернативу, некую третью силу, вот в той действительно стихийной и весьма неопределенной среде, политической среде, которая сложилась в России к середине 2017 -го года. Керенский, безусловно, верил в возможность, необходимость созыва учредительного собрания, но при этом не брезговал и предрешением воли учредительного собрания, в частности, провозгласив 1 сентября 2017 -го года России республиканскую форму правления. И вот здесь в основном и разгораются различные дискуссии историков, которые обсуждают именно политические вопросы 17-го года. Сейчас многие говорят о том, что семнадцатый год представлял собой попытку вот такого государственного капитализма, попытку регулирования рынка посредством власти, посредством принятия каких-то определенных правительственных решений. Временное правительство заявляло о том, что рынок будет регулироваться, что вырастут налоги, будут введены твердые цены на хлеб, карточная распределительная система, хлебная монополия и так далее. Но мы ни в коем случае не должны забывать о том, как эта программная часть воплощалась в жизнь. И вообще могла ли она в жизнь воплотиться? Министры временного правительства, тем не менее, как доказали историки, не смогли наладить это самое государственное воздействие, это самое государственное вмешательство. По сути, временное правительство все время лавировало между принципами частной собственности, принципами все-таки соблюдения каких-то элементов свободы рынка и вот этим государственным регулированием. Еще один интересный момент, аспект проблем, связанных с событиями 2017 года, положение на фронте. Армия в 2017 году, может быть, даже вопреки... Таким официальным призывом, официальным установлением, вольно или невольно втягивается в политику. Происходит раскол между достаточно большой частью командного состава российского офицерства и российскими солдатами. Солдаты среди них все больше и больше возникает настроение в пользу мира. Офицеры и генералы в подавляющем большинстве стоят за продолжение революционной теперь уже войны. Командный состав пытается повлиять на временное правительство, пытается предложить временному правительству некую альтернативу военно-политической программы управления Россией на период ведения военных действий. Наиболее ярким представителем и выразителем этой программы стал генерал Лавр Георгиевич Корнилов. Смог бы договориться Керенский с Корниловым? Керенский тоже был заинтересован в укреплении власти, в укреплении собственных, может быть, даже диктаторских полномочий. И в этом, конечно, ему нужен был помощник, такой как вот, генерал Корнилов. Но разногласия субъективного порядка, недоверие к военным, со стороны Керенского. И с другой стороны, недоверие к гражданским министрам со стороны военных привело к тому, что этот тандем так и не сложился. Корнилов был объявлен мятежником, и его выступление было объявлено преступным. И, и те генералы, которые его поддержали, тоже были объявлены преступниками к октябрю 2017 -го года, к концу 2017 -го года, вот эта корниловская альтернатива, условно говоря, которая стала потом базой для формирования политической программы белого движения, она очень-очень сильно пострадала. И мы не видим какой-то вот реальной силы, которая осенью 2017 -го года могла бы активно эту позицию поддержать. Многие историки считают, что в этом-то как раз и заключается причина столь быстрого прихода к власти большевиков. То есть за Керенского никто уже не хотел сражаться. Еще одна проблема – это, собственно, история большевистской партии в 1917 году. Оказывается, что белые пятна есть и здесь. В частности, после появления на прилавках наших книжных магазинов переизданных в России воспоминаний эмигрантов, белоэмигрантских историков, очень активно стала разрабатываться идея так называемых немецких денег, немецкого шпионажа. И тезис, согласно которому Ленин является якобы немецким шпионом, стал озвучиваться очень-очень активно. На сегодняшний день документов, подтверждающих стопроцентно то, что Ленин получал какие-то средства от немецкого генерального штаба для осуществления разведывательной подрывной работы. Вот этих документов мы не найдем. Есть фальсифицированные документы, которые были в свое время опубликованы в Соединенных Штатах Америки в 50-е еще годы. Что же касается э, действительного э, участия Германии, Австро-Венгрии в революционных событиях 17 -го года, то его тоже не нужно сбрасывать со счетов. Они делали ставку на раскол России по национальному признаку. Австро-венгерская разведка, германская разведка оказывали очень активную финансовую помощь националистам и сепаратистам в Прибалтике, в Украине, на Кавказе. Что же касается большевиков, то финансирование их происходило самыми различными способами. Та же самая газета «Правда», печатный орган большевистской партии, был очень-очень на большом таком самофинансировании рабочие вносили деньги собственные пожертвования на издание номеров Правды и конечно очень большую поддержку оказывали отдельные частные лица ну вот, например Алексей Максимович Горький многие тысячи тысячи рублей из своих авторских гонораров он жертвовал на издание большевистской прессы если же говорить о политике большевиков, то тут мы видим действительно очень существенные противоречия, разногласия у Ленина, когда он приехал в Россию в апреле 2017 года и включился в политическую борьбу. Многие его сторонники, даже Сталин, не говоря уже о Плеханове, например, не понимали и не видели необходимости в эскалации революционного процесса выступив с апрельскими тезисами в Таврическом дворце, он сразу же обозначил позицию большевиков, от лица которых он говорил, выступал, как позицию непримиримую по отношению к Временному правительству. Никаких соглашений, никаких договоров, никаких коалиций с Временным правительством быть не может. Естественно, возникал вопрос, а на что же тогда рассчитывает Владимир Ильич? Советская власть. Вот еще одна проблема, но тут тоже еще очень много-много белых пятен. Можно найти еще очень много интересных показательных примеров и фактов, когда советы э, далеко не всегда противопоставляли себя местным э, управленцам временного правительства. Очень часто даже взаимодействовали с ними, взаимодействовали э, по системе земства э, как структуры, которые поддерживали временное правительство, городские думы. И советы, с другой стороны. Вот эта земско-советская альтернатива, она на местах, в регионах очень часто себя оправдывала. В столице Петроградский совет, в Москве Московский совет рабочих депутатов, солдатских депутатов, они в большинстве своем радикализировались и к октябрю 2017 года уже однозначно выступали за большевиков, за программу перехода власти от временного правительства к советам. Еще одна проблема семнадцатого э, года – это проблема развития революционного движения на национальных окраинах, национальный вопрос. Историки в основном э, изучают э, наиболее проблемные регионы э, Российской империи. Здесь внимание привлекает Финляндия, э, Польша. Закавказье, Средняя Азия очень активно изучается так называемый украинский вопрос. Ведь известно, что признание даже автономии Украины привело во многом к июльскому кризису Временного правительства. Потому что министры-кадеты, которые входили в состав Временного правительства, они заявили о том, что они никакой автономии, тем более никакой независимости Украины не признают и никогда не признают. Это может признать и сделать только учительное собрание. И еще один активно обсуждаемый вопрос – это вопрос аграрный. Считается, что все-таки очень значительная часть крестьянства ждала учредительного собрания и была готова к тому, чтобы земельный вопрос решить сверху. Другая э, точка зрения сводится к тому, что крестьяне как раз решали этот земельный вопрос явочным порядком, стихийно, путем черного передела. Когда э, горели помещичьи усадьбы, а их земля э, распределялась между крестьянскими хозяйствами. Многих большевиков, конечно, смущала радикализация настроений, которая происходила непосредственно перед событиями 25-26 октября 2017 года. И в частности, здесь интересна для историков позиция Троцкого. Троцкий был уверен, что дождавшись второго Всероссийского съезда Советов, достаточно будет всего лишь принять резолюцию о переходе власти от Временного правительства к Советам, и после этого уже просто-напросто прийти к Зимнему дворцу и заявить о необходимости капитуляции этих министров Временного правительства. И вот в связи с этим возникает проблема необходимости вот тех насильственных действий, которые были проведены большевиками накануне Второго Всероссийского съезда Советов. А именно э, штурм Зимнего дворца, э, захват, по сути, власти в Петрограде э, и арест членов Временного правительства. Но вот здесь мы должны отметить, что все-таки, э, наверное, более объективно и правильно та точка зрения, которая исходит из того, насколько Ленин сам, в тот момент, в те дни, непосредственно 24-25 октября, воспринимал ситуацию. Воспринимал он ситуацию в Петрограде как критическую, да нельзя критическую, как он писал об этом. Ленин считал, что Керенский обладает гораздо большими силами, чем это было на самом деле. Ленин был уверен, что съезд необходимо поставить перед фактом взятия власти а потом уже принимать те решения, собственно, декрет о мире, декрет о земле, о рабочем христианском правительстве, которые и были приняты Вторым Всероссийским Съездом Советов. И завершая нашу лекцию, еще раз отмечу, что изучать историю нужно все-таки по историческим источникам и документам. Тем из вас, кто захочет действительно разобраться в подлинных исторических событиях 2017 года, нужно рекомендовать обращение к историческим документам, к архивным документам, к мемуаристике. Такое трагическое, драматическое событие в нашей истории, как 2017 год, требует прежде всего объективного, документированного, основанного на реальных исторических источниках подхода.